43-летняя оперная певица и бывший депутат Государственной Думы от «Единой России» Мария Максакова пожаловалась на совершенно жуткие избиения со стороны бывшего гражданского мужа, вора в законе Владимира Тюрина, более известного как Тюрик. Как оказалось, криминальный авторитет страдал припадками, во время которых давал волю кулакам, пытаясь заставить Максакову отказаться от сцены. Несколько раз у него фиксировались сотрясения мозга, а также переломы ребер. Сама артистка говорит, что Тюрик рассматривал ее как украшение, дорогую игрушку, которая должна ему во всем прислуживать. Несмотря на криминальное прошлое, Тюрик до сих пор сказочно богат. Когда певица сбежала в Украину вместе с мужем Денисом Вороненковым, в России осталось двое ее детей от криминального авторитета. Максакова говорит, что тоже мечтала перевести их в Киев. Однако родной отец обеспечивал им такой высокий уровень жизни, который ей никогда бы не был по карману. Тем не менее, Мария Петровна до сих пор не смирилась с разлукой и говорит, что никогда не простит себе решение оставить ребят с Тюриком.